На конкурс дети читали стихи. Ученицы 1 А класса Гимудинова Полина, город Новокузнецк, 7 лет. Сергей Есенин, «Белая береза». Белая береза под моим окном принакрылась снегом точно серебром. На пушистых ветках снежной каймой распустились кисти белой бахромой. И стоит береза в сонной тишине, и горят снежинки в золотом окне. А заря лениво, обходя кругом, обсыпает ветки новым серебром.